Доминика? Привет. Ух ты. Рок, да? Первобытный человек. Боишься? Здравствуй. Это у нас дом, который был раньше. Крепость, да? Какая красота. Это человек, который по-другому так влажный. Да. Это же так, по-моему, книга первая. Которая самая тяжелая, и он его носить нельзя. Это, по-моему, она. Это у нас древние осколки. Древние клинья. Ну, какой камень здесь. Ух ты, здравствуй, рукодельница, да? Так, вы вообще работаете, я хочу тубу. Да, слушай, переводчик, кстати. О.
Трогать ничего нельзя руками. Трогать руками стоит, не трогать. Да-да-да, я уже за снимку. Ух ты! Ой, смотри, какие костюмчики! Это не велосипед, слезь, пожалуйста. Здесь нельзя лазить. Данечка. Стой. Нельзя. Аккуратно. Папа, мультики. Мультики? Ой, какие костюмы красивые, да? Данила. Данила, нельзя хулиганить. Ого. Ого. Италия. Красивые ли они? Я тоже так. Паровая карета. Вагончик какой-нибудь. Это не люди, Муля. Это кто? О, классно, да, сделано? Ага. Пикабу. Пикабу. Так, слезь, пожалуйста. Нельзя здесь. Нельзя. Ты старенькая уже. Интересно, да? Да. Данюш, пойдем.
Миша? Ты. Настоящий. Ой, это какие-то вещи найдены в 41-м году. Слышишь, Никуль? Даниэла. Кто-то хранит. Даниэла. Ты куда прячешься? Так, прыгать тут нельзя, пойдем. Смотри, какой кабанчик. Испугалась. Это хрюшка. Хорошая хрюшка, да? Хорошая хрюшка. Хорошая кабан. Нет, целовать не надо хрюшку. О, я думал, что... Во. Обалдеть. Телевизор. Ну тоже 50-е, наверное, года там, да? Только здесь. Что они тут делают? Галя, Галя, заходи к нам в гости. Мамочки, да. Знакомые весы. Я их еще застал, такие же весы. В медучреждениях. Лыжи. Тут прям Советский Союз. Николь. Даня, Дань, пожалуйста, слезь оттуда. Привет Советскому Союзу. Пикабу. Все, Николь, говори, всем пока. Всем пока-пока. Пока.